Уважаемые друзья, только что проводили мою жену, та, которая была главным мотиватором моей деятельности. Говорила, что это все на ходрон, все это кидалово, все это не работает. Но сегодня она была на сцене и очень активно принимала участие в торжестве. Мотивировала сейчас, людей. Друзья мои, сейчас улетела в Нижневартовск по делам, там тоже будет заниматься уже основной структурой. Мы решили, друзья мои, Дмитрий Кунцюков, топ-лидер компании «Топ Фьюжн», Антон Ковель, запомните этого парня, мега-лидер. Дмитрий остается здесь, развивает московскую структуру, а мы едем в Украину, да? Да. Украина, это 5 числа у нас встреча в Хмельницке. 5 Хмельницкий и 6 Хмельницкий. 7, 8 это город Вилица, а 9, 10, 11, 3 дня, может даже 4 дня, если понравится, если не понравится, это будет город Одесса. Вот, Антон, скажи, ты сколько ты в команде вообще нашей? Два месяца. А вот смотри, вот ты как бы, да, в Москве, и тут раз, ты заявляешь мне, ребят, чуть не упал с усей. Он говорит, я еду с тобой, Артур, в Украину строить структуру. Вот, скажу про Антон, да. А вообще, что произошло? Мне Дима Кузенков сказал, Антон, это очень хороший шанс, очень быстро стать даймингом. Драмин даймингом. Я сразу понял. Поесть с Артуром. Школа Артура, надо мотивировать. Рядом. И все, и все. Друзья мои, все очень просто. Друзья мои, смотрите, самое интересное, что здесь написано. Еще кое-что работает. Я уже нет. Антон, покажи чек, который только что в банкомате. Друзья мои, только что зашел я. Деньги постоянно снимаешь, они приходят. Снимаешь. Недавно было очень мало. Друзья, смотрите, что происходит, да? Только что сняли. Экспобанк. Выдача наличных. Сняли 5000 рублей. Доступные средства, обратите внимание, 48 361 доллар USD. Видите, да? В русских рублях 1,5 лимона. Я не знаю, что это. Доступные средства сколько? Осталось? Тут осталось. 1 566 000, да? Нифига себе. Друзья, 1,5 лимона еще осталось. Понимаете? А только снимешь 1,5 лимона, опять через неделю опять придет 1,5. Кстати, вот это бизнес, друзья мои. Ты еще ходишь на работу? Срочно, сожитесь. Ты еще ходишь на работу? Вот, видите, да? Skype, Teamson. 03-08-88. Да, вот это, друзья. Самое интересное, бизнес очень простой. Делаем везде, в любом месте. Сейчас ты фотографии снимаем, такое делаем здесь. И поехали дальше, ребята. Все очень просто. Представьте себе, сегодня было огромное количество людей. Вчера в Светлановском дворце. Как тебе понравился вообще? Дом музыки, атмосфера прекраснейшая. Прямо зарядился, хочется подписывать, рвать и летать. Друзья мои, мы улыбаемся, вы думаете, да, какие-то странные люди, да, улыбаются, бабки снимают. Друзья, все очень просто. Когда у вас будет много денег, вы тоже будете странно немножко выделяться. Вы представьте, стали, да, сейчас здесь в лесу где-то отдыхаем, да? Друзья мои, очень все просто здесь. Система Diamond Rush, знаете какая? Позвоните Дмитрию, он вам расскажет, как работает наша система. Я сейчас, друзья мои, возьму камеру, и вы видите девочку очень прекрасную. Иди сюда, солнце наше. Ребята, встречайте, Артур снимает. Перед вами кто? Елена Иноземцева. Леночка, скажи, ты с Антоном вернулась с Турции, да? Ну как это так было, что за визитки можно как бы и в Турцию съездить, какой-то обмен? Вот это правда, как это у тебя происходит? Отправляю подарки туристическим компаниям, директорам и предлагаю наши визитки. Соответственно, если они говорят, что денег нет, я беру бартер. Это же выгодно? Это прекрасно. Это супер. И мы вдвоем улетели, вот неделю отдыхали. А вот как бы, какие твои планы вот, до конца этого года? Даймонда. Супер. Даймонд, ребята, скажу, я Артур здесь сбоку. Минимум 10 штук баксов в месяц. Антон, у тебя какая цель до конца года, конкретная? Двойной даймонд. Двойной бриллиант, ребята, 15 в месяц. Это 15 тысяч долларов, ни рублей, ни гривен. Дмитрий, твоя какая цель? До конца года. До конца года? Ребята, между нами говоря, у Димы будет очень хорошее торжество скоро, но это потом узнаете, лично от Димы. Вот, Дима, вот до конца этого года. Какой результат должен быть в бизнесе у тебя? Ну, я думаю, минимум тройной. Друзья мои, минимум тройной, это еще бабок больше. Ребята, встречаемся все с вами в скайпе, потому что у вас есть уникальная возможность узнать о людей
которые как бы не зарабатывают деньги. Это касается тоже меня. У меня не было огромного индивидуального дохода никогда в жизни. Я пахарь, работал, но дохода не было. Теперь, друзья мои, что могу сказать? Сейчас все здорово и классно. И пока я, кстати, общаюсь там, да, видите, да, мы все общаемся с вами. Друзья мои, деньги приходят постоянно.